сегодня наконец-то открытие творческого сезона в Котласском дворце культуры. Первый концерт, который мы посетим в этом сентябре в ДК. Поэтому народ собирается, люди соскучились уже и ждут что-то интересное. Поздравляем Дворец культуры с открытием сезона. Потихоньку люди стекаются. Слали приглашение. Большое спасибо. Котласский дворец культуры, что вы про нас не забываете. Называется концерт творческий «Безлимит». Замечательных людей. И такие люди есть и в нашем родном, любимом Котласе. Мы частица Архангельской области. И то, что сегодня происходит на этой сцене, начало творческого сезона, так неподражаемо открытого нашими замечательными ведущими, показывает, насколько мы богаты на таланты. Thank you.
Thank you.
без улыбки нельзя. Если в душе ты романтик, значит, с тобой уйду я. Но тогда станет грустно, ты не сдавайся судьбе. Вспомни оранжевый галстук, пусть он поможет тебе.
черта на полоке ложатся. И на осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что лоснится. Листья желтые, скажите, что лоснится. Thank you.
Замечательный концерт, очень понравился, очень такой качественно сделанный, экран у нас новый появился, супер, молодцы, мы поздравляем Дворец культуры с открытием творческого сезона. Мы идем с концерта открытия творческого сезона в Котласском дворце культуры, и мы говорим спасибо тем, кто делает для нас этот праздник, потому что концерт удался. Замечательный был концерт, очень качественно сделанный, отличные номера, подобраны хорошо, интересный сюжет, да, то есть режиссер здесь постарался, сделать интересный сюжет путешествия, как в передаче там «Орел и Решка». Ну, то есть какой-то такой замысел был интересный. Конечно, мы в восторге от наших знаменитых танцевальных коллективов, от девчонок, которые поют классно, появились новые лица, которые мы еще пока даже, честно, я запомнила только Смирнова и Харионовская, по-моему, девчонки новенькие, молоденькие.
Сарасвати под Россию. Да, Сарасвати прям вообще, у меня прям бальзам на душу. Я когда смотрю на их солистов, на то, как они слаженно танцуют, мне всегда хочется, сейчас мы просто уйдем в тень, поэтому я на свету договорю, мне всегда хочется сказать браво, браво, ребята, браво. Новый номер у ассорти понравился очень. Что нам еще, что тебе запомнилось? Мужу спрашиваю, что запомнилось тебе? Запомнилось? Да. Ну, вообще, не знаю, как сказать. Как в целом, сказать, так скажи. Нет, в целом концерт удачный. Даже для формального такого мероприятия, как открытие творческого сезона, показало, что, в общем-то, ребята готовы творить и вытворять, будем так говорить. Да. Поэтому желаем всем им больших творческих успехов. Молодцы. Свободно держаться на сцене, радовать нас своими новыми номерами. И вперед, как говорится, и с песней. Несмотря ни на что, несмотря на сложную ситуацию сейчас в мире, я считаю, что художественная самодеятельность, артисты, они всегда были впереди, потому что людей нужно заряжать позитивом, нужно их как-то поддерживать в них дух. Поэтому я считаю, что сегодня такой был праздник души. Мне очень понравился концерт. Я иду с воодушевлением, у меня много энергии. Я хочу, чтобы на Котловской сцене прозвучала одна интересная песня, которая не только актуальна, но она вообще мощно заряжает наш русский дух. Называется она «Русская рать». Это для тех, кто любит петь. Пожалуйста, сделайте эту песню. Это заявка, да. «Русская рать». Вы найдете эту песню. Классно. Это заряжает. Это сегодня нужно. Это вообще здорово. И как визитная карточка хорошая. Да. Все, вечер. Суббота, классно. Мы сейчас идем продолжать наше поддерживать хорошее настроение. Поэтому желаем коллективу Котловского дворца культуры творчества, желаем им успехов, желаем, чтобы этот сезон был удачным, и поздравляем их всех с открытием. Браво, молодцы, нам очень понравилось.